Всем привет, уважаемые други и подруги, многоуважаемые дамы и господа. Продолжается у нас наше хабарное застолье. Немножко хлама на моем столе прибавилось. Потихонечку он убавляется, потихоньку прибавляется. Ну, не будем долго томить друг друга в ожиданиях. Начнем наше хабарное застолье. Первое, что мне попалось под руки, это табак. Была найдена такая упаковочка, капитанский трубчатый табак. Сохран у нее, к сожалению, так себе. Вот здесь не хватает элемента ее этикетки. Значит, так, коробочка более-менее бодрая. Здесь у нас, вы сейчас сами все прочитаете, что написано. Значит, почему я ее забрал? Ну, во-первых, она прикольная. Во-вторых, когда я открыл вот эту крышечку, у нас появилась вот такая вещь. Непосредственно, он уже слежался. Непосредственно сам табак. Вот так вот он упаковывался. Я не знаю, еще ее не вскрывал упаковку. Будет интересно ваше мнение, в каком состоянии находится табак. Целый он там. А нет, вот он. Вот при вас. Вскрываю. Вот табак. Я так понимаю, что ему, скорее всего, уже все. Хана. Вот листья табака. Как вы видите, по запаху ничем не пахнет. Ну, я думаю, лет 20 он точно лежал, если не больше. Да нет, больше. Около 30 лет табаку. Просто как напоминание истории, как это все было, как это выглядело. Сейчас уже такого табака, наверное, уже не купишь. Хотя, может быть, где-то и есть. Жаль, нет было второй упаковочки. Вот такая вот интересная вещь. Дальше. Сейчас я вам покажу одну вещь, которую я около года назад выкопал на немецких позициях. Это переноска. Переноска для гранат-колотушек. У меня ее забирает человек, поэтому она попадет в обзор сейчас. Вот такая вот вещь. К сожалению, стола очень мало под восстановление. Значит, эта переноска складывалась в ящик. И здесь, на этих усиках, сейчас поставлю, между этими усиками вставлялись, укладывались в обратном порядке гранаты-колотушки. Штильхант гранаты М24, знаменитые немецкие колотухи. Они укладывались вот в эту переноску. Эта переноска, соответственно, укладывалась в металлическую коробку. Сохран у нее под восстановление. Ну, 75 лет пролежала в земле. Поэтому я попробую, конечно, вам показать ее хоть как-то. Вот здесь вот все на месте. Единственная потеря — это вот здесь вот загнут немножко угол. Вот такая вот интересная вещь. А что касается немецких позиций, еще я выкопал также на немецких позициях вот этот тюбик. Тюбик, к сожалению, не сохран. Но
вещество там есть. Это у нас солидокс. Солидокс. Здесь находится солидол. То есть немцы на позициях активно в тюбиках использовали солидол. Так. В одном из роликов на моем канале вы можете посмотреть это видео, как была найдена вот данная вещица. Значит, я думал, долго думал, как эта вещь работает. Это я немножко помыл щеточкой зубной. Но она до конца не отмылась. Значит, это элемент керосиновой лампы, стекло. Значит, здесь у нас идет крепление с резьбой латунное, латуневое. Надписей, обозначений на нем я никаких не вижу. Я долго думал, как она использовалась. Ведь здесь у нас идет вот такой вот стеклянный конус. Но потом интернет всемогущий мне подсказал, что эта лампа ставилась на такую подставку, на ножку, вот так вставлялась. Ну и здесь, соответственно, была горелка и так далее. Вот. Целая, без сколов, без трещин. У меня есть человек, который занимается восстановлением таких ламп. Вот я ему ее отдаю под восстановление, чтобы он соорудил красивую, хорошую лампу в оригинале. Я смотрел в интернете. Скорее всего, либо это английская, либо французская керосинка. Они часто использовали в качестве подачи топлива вот такие вот стеклянные колбы. Вещь на опознание. Была выкопана на немецких позициях вот такая чудная вещица. Я поначалу обрадовался, прыгал от счастья и думал, что это зажигалка. Но это оказалось не зажигалка. Также никаких клеймений на ней нет. Надписей тоже нет. Она довольно-таки тяжелая. Вот так открывается крышечка. Здесь у нас находится медный элемент. Вот эта часть, я так понимаю, тоже вынимается. Для чего вот эта вот чудная вещица использовалась? В качестве чего? Непонятно. Но довольно-таки тяжелая медная стержень вот этот покрыт латуневым чехлом. Кто знает, что это может быть такое и в каких целях использовалось, напишите, пожалуйста, в комменты. Очень бы хотелось бы знать. На том забросике на чердаке был найден вот такой механизм от старых часов. К сожалению, самих часов не было. Остался только механизм. Клеймения, опять же, никакого нет. Есть вероятность, что это не заводское производство. То, что часы были деревянные, это понятно. Вот такая вещь в утерянном сохране. Элемент механизма часов. На одном из забросиков также найден был вот такой чехольчик. Чехольчик, я так понимаю, от очков. Сохран у нее, к сожалению, такой себе. Вот здесь вот имеется трещина, надписей тоже никаких нет.
Надписи нет, но зато у нас есть очки. Вот. Это уже было найдено на другом забросике. Вот такие вот очки а-ля Берия. К сожалению, не сохран. Ну, стекло целое, дужка вся целая, только нет здесь вот защитных креплений. Нет самих дужек. Ну так, стекло визуально вроде все целое, рабочее. Старые очки. Интересно, они поместятся сюда или нет? Нет, они не помещаются сюда. А может быть, это даже, кстати, и не от очков. Может быть, здесь какой-то для пенсне, либо просто какой-то пенал. Вот дилемма, не знаю. Но очень похоже на чехол для очков. Может быть, это не для очков чехол. Вещь интересная и старая. На месте Ремзоны в фильмах «Коп по войне», немецкая Ремзона, вы можете наблюдать, как поднимались вещи с этой земли. Была вот найдена рюмочка, идет развальцовка, рюмка из лихтпатрона. К сожалению, здесь вот она немножко не сохран, замята. Ну, нужно чистить, нужно смотреть. Вот такое окопное творчество из рюмочки лихтпатрона. Что касается бутылочной темы, есть вот такая вот у нас медицина. Бутылочка из-под медицины с гранями. Надписей на ней никаких нет. Сохран довольно бодренький. Сколов, трещин на ней нет. Хорошая, приятная бутылочка. Тут у нас пошли вот такие вот вещи, уже с этикеточкой, тоже бутылочка. Сейчас я посмотрю, что там написано. Московское областное аптекоуправление, 1930 какой-то год. Для внутреннего применения. За номером 1839. Что здесь было, я затрудняюсь сказать. Ну, какая-то медицина. Она, вот эта бутылочка, похожа на предыдущую по форме, только меньше по размерам. Вот они две одинаковые. Только это больше, это меньше. Форма одна и та же. В немецких позициях была найдена вот эта бирочка. Как говорит Гельмут, это вещевая бирка. Фамилия Пот. Материал латунь. Прекрасно сохранилась. Будет радовать глаз. Вот такая вот вещевая бирочка. Ну, а данная вещица, которую я вам сейчас покажу, она была найдена у моего старого знакомого товарища на металлоприемке. Я однажды заехал к нему и обнаружил очень интересную для меня вещь, которую я обменял на всякий ненужный хлам. В общем, вот такая вот вещица. Значит, это, я так понимаю, керосиновая лампа иностранного производства. Значит, что у нее интересного? Значит, вот этот стакан не от нее, так как он не подходит к этой
к этой лампе. Вот. На нем есть какие-то нацарапанные символы непонятные. Обычный латуневый стакан. Не комплект вот к этому, вот к этой красоте. Значит, что мы здесь видим? Здесь мы видим один элемент, перемычка. Вот она так поднимает лампу. Ну, не лампу, а этот элемент поднимает. Вот так он ее опускает. Значит, довольно-таки массивная вещица. Имеются на ней обозначения. Значит, на колесике у нас имеются вот такие вот надписи. Хинкс дуплекс номер 2. Также на этом элементе присутствуют также надписи Хинкс и Сон патент. Довольно-таки интересная вещица. В быту она, конечно... О, кстати, у нее есть номер. Вот здесь вот я только что обнаружил номер. 65-891. В общем, интересная вещица. Пришлось ее сейчас поместить в обзорчик, так как с завтрашнего дня ее у меня уже не будет. Вот такая вещь. Очень сильно хочу закончить тему со всевозможными керосиновыми лампами. Но показать это все равно стоит. Сердечки. И замок какой-то, что ли, на элементе керосиновой лампы. Сохран бодренький. Клеймения никакого нет. Ну вот, как комплектующий, я думаю, подойдет керосиновой лампы под восстановление. Я вот все снимаю то, что у меня в пределах моей видимости, то, что большое кидается в глаза. Но есть еще, конечно, у меня много мелких вещей. Это монеты, пуговицы, кулончики всевозможные. Есть также и письма. Я вот все никак не могу дойти до всякой мелочевки, потому что я даже не знаю, с чего тут начинать. Например, блин. Например, это всем известный значок октябренка, когда Володя был совсем еще молодой. Вот такой у него взгляд. Сзади он целый, крепление на месте, цена 10 копеек. В общем, маленький Володя недорого стоил в виде значка. Так. Вот интересная вещь, господа. Вот такая вот штуковинка. Здесь у нее, она вся хромирована. Посреди вот такое зеленое стекло. Здесь, конечно же, было продолжение. К сожалению, она не целая. Сверху шла вот такая вот цепочка и вот такой вот карабинчик. Не знаю, от чего эта вещь может быть. Может быть, от какой-то религиозной темы. Может быть, просто какое-то на шею украшение в виде широкой цепи. Не знаю, что за оно. Может быть, если вы знаете, подскажите, что это. Клеймения никакого нет. Обозначений также нет. Как она выглядела целиковой и для чего, напишите в комментарии, кто знает.
Есть у меня еще куча всевозможных писем. Значит, тоже на чердаке. Это все можно увидеть. У меня есть и фотография в Инстаграме, фоточка. И вы увидите это на видео. Может быть, уже видели. Тоже был чердачок интересный. И на дне чердачка было найдено вот это вот письмо. Письмо было написано чернилом на какой-то религиозной книге. Ну, возможно, Библия. Вот. Письмо датируется 43-м годом. Привет из Красного холма. Как начиналось письмо? Добрый день. Здравствуй, дорогая и многоуважаемая и никогда не забываемая подруга Зоя. Вот такое письмо написано в 43-м году. И тут оно пошло между строк. Что там написано, я еще не читал. Но если будет вам интересно, то можно включить такую мини-рубрику в обзорчике «Письма». Потому что есть письма у меня и 40-х годов, и 30-х годов, и царских времен. Их нужно где-то поискать, они где-то лежат у меня. Либо мне как-то это зачитывать и пересказывать, что в этом письме написано было, либо зачитывать на камеру. Я еще не знаю, но есть у меня одно письмишко, я его читал, датируемое 1916 годом. Один товарищ писал своему другу письмо с армии. Там много чего интересного написано было. К сожалению, оно частично сохранилось, но почитать стоит. Парень прикольно писал. Ну вот, на этом, наверное, мы на сегодня закончим. Подписывайтесь и ждем следующего обзора в перерывах между видосиками по путешествиям по диким местам, копу по войне и так далее. Все, всем пока, до свидания.